И вот свершилось. Утверждено новое правительство Латвии, премьером стала Эвика Силыня. Это правительство новое, оно отличается от всех тех кабинетов министров, которые правили Латвийской республикой последние 30 лет, тем, что в его состав вошла условная левая партия, это прогрессивные. Вторая особенность. Правительство стало побочным продуктом договоренности парламентских партий, то есть сама коалиция в парламенте, она даже важнее, чем этот самый кабинет, потому что эта коалиция должна совершить невозможное в этой консервативной стране, а именно ратифицировать Стамбульскую конвенцию и обеспечить принятие закона о гражданском партнерстве. Во всех остальных отношениях это правительство с участием левых является крайне правым, то есть оно националистическое, консервативное. Кроме того, вызывают большие подозрения планы о приватизации государственных предприятий. Обычно левоцентристы этим в Европе не занимаются.